Программа ночной доставки, которая заработала во время Олимпиады, не временная. Подвозить товар к магазинам или продукты к детским садам предприниматели обязаны только в темное время суток. Преимущество от такого подхода к делу ощутили все горожане. Но в последнее время рейдовые мероприятия выявляют все больше предприятий, которые под разными предлогами отказываются выполнять требования руководства Сочи. В отношении этих предприятий составляются административные протоколы, привлекаются к административной ответственности. В период проведения Олимпийских игр большая часть предприятий все-таки придерживались этих требований. И результат налицо, действительно, пробки и заторы с дорог города исчезли. Мы будем продолжать работу.